Тренировочное мероприятие прошло в рамках подготовки к государственной итоговой аттестации в 2023 году. В этот день в тренировочном мероприятии в Кузбассе приняли участие 7 пунктов проведения экзаменов в Березовском, Междуреченском, Прокопьевском, Юргинском городских округах, в городе Кемерово и Ленинске-Кузнецком. В нашем городе обучение специалистов прошло на базе школы номер 1. На базе школы номер 1 работает пункт проведения экзамена номер 828. Сегодня проходит федеральная техническая апробация по английскому языку, раздел говорения без участия детей. В тренировочном мероприятии приняли участие все технические специалисты, члены государственной экзаменационной комиссии, руководители ПП, организаторы в и вне аудитории. В разделе говорения по английскому языку используются ноутбуки, микрофоны, станции печати. Специалисты должны знать, как правильно настраивать и использовать данную технику. Также в ходе занятий отработали процесс передачи электронных материалов по сети интернет и сканирования их в аудитории. Пункт укомплектован необходимым оборудованием, осталось отладить и освоить его. Тренировочные экзамены позволят отработать порядок действий всех сотрудников, посмотреть, какие-то, может быть, у нас есть нюансы, которые нужно доработать, научиться правильно заполнять формы, ну и также, я думаю, психологически нам самим нужно подготовиться, потому что мы так же, как и ребята, переживаем за то, чтобы у нас прошло все на достойном уровне. Весной 2023 года запланированы федеральные тренировочные мероприятия с тестированием систем видеонаблюдения. Они пройдут уже с присутствием участников ЕГЭ. Анна Кириллова, Василий Обухов, Ленинск ТВ.